Почти два десятка лет сочинцы пользуются услугами Людмилы Плюс. По традиции, горожане начинают строительство дома или ремонт квартиры именно с этого торгового дома. Для работ всех видов здесь есть все необходимое. Обои, сантехника, краски, отделочные панели, ламинат, разнообразный выбор сопутствующих материалов, клей, затирки, штукатурные смеси. Декоративные элементы от 5 рублей за штуку. Конечно же, большой выбор плитки. Она представлена эксклюзивной коллекцией с разнообразным орнаментом. Вот это идеально подойдет для фартука на стену. Это напольное также пользуется огромным спросом, благодаря своему эффекту, напоминающему потертый дуб. Еще один плюс, что в Людмиле Плюс максимально низкие цены. Стоимость плитки от 290 рублей. Товар дня магазина – новый унитаз с крышкой микролифт. Появились в продаже и флизелиновые обои с хорошей износостойкостью. Удачное предложение для владельцев гостиниц. Мы пользуемся этим магазином, нам нравится. Я приехал, выбрал, если что, мне нравится по цене, по товару. Я оставил и поехал. Договорился, когда можно привезти, когда забрать, и все, без проблем. Новинки поступили и в другой отдел. Торговый дом «Людмила Плюс», идя на встречу нашим клиентам, привез уникальную кабину размера 80 на 80. Для нашего города это эксклюзивное предложение. Кабина интересна не только своим размером, а тем, что она многофункциональна. Здесь же, на территории «Людмилы Плюс», можно воспользоваться и услугами сервисного центра. Техинсервис производит ремонт бытовой техники от сотовых телефонов до кондиционеров. Любые приборы самых разных производителей ремонтируют здесь. Специалисты производят профессиональную диагностику, а в завершении дают гарантию. В работе сервисный центр использует только оригинальные запчасти. У нас инженеры проходят обучение ежегодно. В частности, вот фирма Samsung проводится ежегодное обучение. Ну, не только Samsung, и другие. Sony, Electrolux, Bosch, Siemens, Coopers Bush, Liebherr. Очень много брендов обслуживаем. Есть возможность приобретения через сервис комплектующих. Это аксессуары дополнительные, расходные материалы. Так что просим в гости. Мастерские техинсервиса оснащены всем необходимым высокотехнологичным оборудованием. Работы обязательно согласовывают с заказчиком. Сотрудничает центр как с физическими, так и с юридическими лицами. Все это ждет вас по адресу Донская, 3/3. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.